Афиши расклеены, билеты проданы, артисты на сцене, встречайте, вот они, мы сможем стопудово, сможем однозначно, раз за разом снова выдать этот кач. Ну что же, всем привет, привет тебе, пацанючек, мальчик Пашенди, Пашок, Павел Алексеевич, и тебе, Димыч Андреевич, Дмитрий Андреевич Заикин. Там есть я Кирилл, и мы продолжаем прохождение Grand Theft Auto 5, 13 серия. Ну что же, мы в прошлой серии, так сказать, узнали много чего нового. Мы сделали, совершили первое наше ограбление. Ограбление ювелирного магазинчика, так сказать, если я не обшибаюсь, да. Далее мы встретили Тревора Филлипса, нового, третьего и последнего персонажа серии GTA 5, главного героя. И теперь какое-то определенное время будем играть за него. О характере и прочих его чертах я рассказывал в прошлой серии. В этой же серии мы начнем проходить некоторые миссии за него, и первые миссии у нас пойдут под китайцев, с которыми, видимо, Тревор не ладит, так сказать. Ну и мы, собственно, начинаем. Чего? Мать твою, чего тебе надо? Чего? Так, а ну-ка повтори, еще раз, что сейчас на меня там сказал? Пошел нахуй, обмудр! Че ты там сказал? Ну все, я тебя... Извиняюсь. Иди сюда, сучок. Сюда иди. Сюда иди, сказал. Будешь ещё знать, да, блин. Лежите, валяйся, блин, там под забором. Пусть тебя бомжи там трахнут. Ладно, все, извиняюсь. Такая херня получилась. В общем, там брат, короче, офигел. В общем, ладно, продолжаем. Продолжаем, мальчики. Не обращайте внимания, там просто, в общем, такие вот неприятные обстоятельства, так сказать. И, в общем, что-то тут некая херня произошла. Вот, смотри. Открываю я, в общем, свой телефон, да. Смотрю, и вот что вижу. Такую вот картинку, блин. ВК кто-то пытается взломать. Ну, мне, в принципе, похеру, потому что у меня двойная аутентификация стоит. Пускай там они хоть взламываются. Мне там все равно вообще. Ну что же, мы продолжим прохождение. Так, что-то я вид изменил. Давайте-ка мы поставим обычный вид. Так, тут небольшие подлаги, но ничего страшного. Собственно, отправляемся на нашу первую миссию под китайцами, так сказать. Правильно? Да. Итак, я тут себе кофейку небольшого приготовил. Не обращайте внимания. Сейчас поставим. Первая миссия у нас будет под китайцами. Ну да, в этой небольшой главке такой мы будем проходить миссии пока что только за Тревора. Только за Тревора. Первая миссия у нас будет под китайцами, вторая миссия под тем вопросиком. Под ним довольно будут сложные миссии, довольно интересные и, в принципе, проходимые. Потому что, когда я проходил первый раз здесь, я тут, ну, как сказать, для меня показалось, ну, чуть-чуть, может быть, посложнее, чем за Майкла Франклина, но это смотря где, я же ведь игру всю эту еще так не прошел, только начал вот недавно, да? Ну да ладно, в общем-то успеем. Так, музыку надо убрать. Что-то она не мешает вообще говорить, то есть, да. Вообще приехали, сейчас будет катсцена и такая вот, как сказать, веселенькая у нас будет миссия, собственно говоря, да? И я забыл засечь секундомер. Так. Ладно, в общем, едем на миссию, я потом его засеку сейчас. На миссию приедем. Так. И что же там у нас опять наши китайцы-то натворили, а? Я как бы сказал, вас тут как китайцев. В общем, какой-то вот бар, да? Ну, теперь посмотрим. Давай, Тревор, разбирайся там с своими обидчиками, да? Ну что ж, смотрим. Ух, тут разборки-то идут. Офигеть. What about these two? Тревор Филлипс Индастрис. He's one. Ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay. But any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is.
Yes, Mr. Chang. Pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是玩翻了! You all speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Cheng is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事,你真是太好了! 你有空就加的来分配着我。 这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个,就是这个,来来来来来! I'm out. No, don't go! Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. Ну что же, начинаем миссию, какие-то у нас тут неполадочки произошли, там... В общем, пьян, видимо, что пьян. Один из этих китайцев, второй вроде как какой-то там... Не знаю, главный что ли у них, у этих всех... Чувачков, так сказать, да? Ладно, едем, едем. Куда же мы, интересно, направляемся, так сказать? Надеюсь, они... Не будут, так сказать, буянить, да, мы, собственно говоря, успешно пройдем эту миссию. No, Mr. Chang Senior is very specific. He wants a good reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bio-regional, locavores only. Вот мы на точке. Mr. Chang Senior has much money. И зачем нам сюда нужно? Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, manners, chef. Местная лапка, что ли? These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Ну, пьяный в жопу. Nice to meet you, Trevor. We ain't got long till they get here. Everything in its time, all right, gentlemen. Please come check out the storage facilities. Go on. Nice, right? Ample room inside, Mr. Chang. Этот угорает. Вот дурачки-то, а. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me. В общем, будем обороняться, короче, я так понимаю, да? Если на ней оружие берут. А этих, короче, придурков мы типа прячем, да, чтобы типа их не убили, да? А сами обороняемся. Ну понятно. Так, в общем-то, давайте, горите, собственно говоря. На. Слоумо. Так, слоумом платить особо так не будем, потому что что-то я вообще молоко-то полил. Охренеть, давай, иди сюда, Яшик. Здесь они так неудобно вообще встали, то есть, да. Так вообще вот неудобно мочить. Можно увеличить. Давай, давай, иди сюда. Давай. Блин, он кто-то застал, спрятался, блин. Говнюк. Возвращайтесь к шефу. А, типа, наверное, типа это шеф Тревор, он какие-то у него миссии, что ли, Тревор выполняет, да? Твою налево. О, броня, вот это вообще хорошо. Так, где он есть-то? Подожди, где-то есть. Я не помню, куда он делся-то. Куда делся это? А, он здесь. Вон он сидит. Гори! Так, мандит, конечно, крайне неудобно, но... Ладно, сойдем. Блин. А сломотом ПК номер. Так. Где еще и гвардия? Гвардия говнюшков. Еще что ли? Ты сюда же забежи, давай обороняй нас.
They're here! Сейчас мы тебя. Ты страх, что ли, потеряли вы? Ты что делаешь, я не понял, а? Ты что, совсем что ли охренел, а? Все, победили мы этих ложков. Или нет, они победили. Что так и не пойму. Победили-то или нет? Ну ладно, тогда готовимся, господи! У меня броня есть, что вы хотите? Пошли! Твою мать, я не успел. Ну ладно, все. Хоть кого-то успели. Все, справились. Справились мы с этой работой, так сказать, да? Обронили. Теперь нужно пойти к ящику со льдом. Оказывается, все-таки их спасали, да. Я думал, Тревор их так по фану этот, сюда засунул, чтобы поприкалываться. Оказывается, он их туда, чтобы сберечь, засунул, чтобы этих дебилов не убили. Что-то понятно, собственно говоря, его цель. Я только не понял, что у них там были затерки-то с китайцами. Ну ладно, собственно говоря. Все, прошли миссию. Ну не такая была сложная, обычная перестрелка, то есть пошел. Сел в тачку, поехал на место, перестрелялся и выполнил миссию. Собственно говоря, пока что ничего такого нового. Лишь бы кроме сюжета. Так, сейчас сохраняемся и... Так. И, короче, отправляемся на следующую миссию. Так, где там наш пикап, так сказать. У нас появился еще один вопросик, но мы пока поедем на этот вопросик. Так. Собственно, миссии тут интересные, да, то есть начало уже завораживает, то есть, что Тревор берет себе новых друзей, новых врагов наводит, то есть, то, что у него тут какой-то свой авторитет, то есть он зарабатывает, да, так сказать. Да ладно, так у нас появилась какая-то еще одна миссия, смотрите, под буквы Т, это у нас кто? Тревор, то есть его же собственной миссии появился, видите. Ну потом мы ее пройдем, сейчас побочнику. То есть, пока играя за Тревора, мы будем проходить по две миссии, одна, то есть сюжетная, одна побочная. То есть сейчас будет у нас побочная миссия. И если я не ошибаюсь, то эта миссия будет как-то связана, что ли... Ну, тоже, короче, с перестрелкой. Ну. В каждой GTA-шке большинство миссий там с перестрелками, там со всей этой херней, да? Что-то понятно, да? Мы сейчас почти уже приехали сейчас. Я тут телепортироваться не стал. Хотя нет, смотри, по-моему... Нет, какая-то будет миссия такая, знаешь. Нет, это не перестрелка. Нет, то перестрелка может быть, но я точно не знаю, что будет именно здесь. Ну да ладно. Походу, он с ней знаком. А миссия так называется. It's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering.
знакомая, что ли, его. Ну ладно, сейчас как-то... Сейчас, небось, нам какую-нибудь даст миссию. Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Так, ну что, что нам дала-то на за миссию? Покиньтесь, что? Какой в смысле? То есть они просто побазарили там о чем-то, да, и она сказала им покинуть этот район, да? Я недопонимаю, да? Что за черт? Окей. Просто мы, короче, познакомились с каким-то новым персонажем, с какой-то толстой бабой. Ну, полной бабой, выразиться мягче. Полной бабой познакомились. И, в общем-то, что-то они побазарили и что-то все. Ну, в общем-то, да. Бывают тут, короче, такие задания, где просто мы знакомимся с персонажами, не выполняя на них миссию. Так. Контакты. Я надеюсь, тут такси-то хоть ездит в этом все. В этой пустыне, так сказать. На пустыне вообще похоже. А, едет, смотри, ездит. Просто неохота далеко ехать там вообще. Чтобы время не тратить. Я думал, она куда-то там вообще там нас миссию такую-то разыскать, там, порешать, там все такое, да. Она нам просто. Просто. Короче, мы с ней познакомились и все. Так вот, наше такси едет. Все, направляемся. Так, 10 вопросов будет. Да, я знаю эту миссию, она довольно сложная. Смотрим. Кровавый туман. Обычный наезд Тревора. That it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker! That's right. I said it. Creepy. Old! Motherfucker! No! Huh? What? Sorry, now, where were we exactly, on, huh? Get up! Sorry, засали, да? Сейчас мы разберемся с вами. То есть у нас еще есть... Ладно, хотя бы одного дебила убьем. В общем, я эту миссию, помню, не с первого вообще раза проходил. Тут тактика вообще такова. Просто главное при перестрелке с их брателлами, с которым поссорился Тревор, с которыми, держаться от них просто не в середине, а подальше. Потому что они, сука, очень меткие, и они вообще, они просто не щадят вообще. Пипец. Они реально вообще не щадят, то есть... У нас слома заканчивается. У нас заканчивается слома. У нас хотя бы чуть брони есть тоже, это хорошо. Кто стреляет? Какая скотина. Падает, да. В общем, да, Тревор заварил кашу с какими-то пацанчиками и... Твою ж, налево. И, короче... Теперь целая гурьба, целый район, так сказать, напали на него. Своей вятолкой плюни, что ли, слюни свои пусти. Даже мой брат это лучше, чем вы все. Едь. Блин, не нравится, когда меня с двух сторон окружают. Это реально крысовство какое-то. Тут надо, короче, за время продержаться. На 44 секунды еще надо продержаться. Пока они от нас не отстанут. You couldn't keep your mouth shut, could ya? Nobody talks about my mother! Твою мать! Нас... И ты получи. На каждом шагу, блин, я не успеваю их убивать. И тут как тараканов, я просто на считаю их, на калькуляторе считаю. Уже отняли броню.
Они уже заставляют меня дальше от них убегать на секунду. Ну все, мы от них уже продержались. Все, выходите отсюда. Засали, да? Вот так вот. Ну тут обычная, собственно говоря, миссия. То есть Тревор с какими-то местными алкашами не поделил. Просто не поделил что-то, и там началась, короче, пирушка, да, и, собственно, пострадали наши. Наш чуть-чуть Тревор. Ну, Тревор им все равно отомстил. Сейчас я эту миссию прошел с первого раза, поскольку знаю тактики, а когда я проходил ее первый раз, я, собственно, тут немножко помучился. Потому что я вон там перестреливался, они меня просто со всех сторон стреляли в меня и, собственно говоря, побеждали. Чем-то миссия мне напоминает ту миссию с Майклом. Помнишь, где он как наркоман ему эти инопланетяне там привиделись инопланетяне, короче. У него, короче, нападали инопланетяне, и нужно было от них тоже защититься за определенное время. Тут тоже такое похожее, но тут посложнее реально. Тут они уже там хоть нападали пореже, а тут уже каждую чуть ли не секунду. Я реально уже собрался на калькуляторе считать уже их количество, сколько я стреляю пуль вообще, да. В общем-то, пипец. Так, ладно, сохраняемся. И, собственно говоря, в следующей части, наверное, поедем. Поедем уже на миссию Тревора и, наверное, ее пройдем. И скажу сразу, следующие миссии по Треворам будут довольно очень интересные. Так, сохранение. До следующей части будут довольно интересные две миссии. И останется где-то так миссии 3-4, и мы уже, собственно говоря, сможем найти нашего любезного Майкла, так сказать. Ну и потом уже за ним и Франклина. Хотя Тревор ищет только Майкла. Ну, конечно, я бы тоже расстроился, если бы у меня был лучший друг, если бы он от меня 10 лет скрывался, и мне бы ничего не сказал, то я бы, конечно, тоже бы... Я бы его, наверное, убил. А Тревор-то он и подавно. У него бомбанет, небось, там вообще разорвется просто все. Чертям собачьим, вся планета уже, наверное, бомбанет. Если он Майкла найдет вообще, да? Если он узнает, что он специально от него скрывался. Ну, Майкла, в принципе, тоже можно понять. У него семья, да и он знает характер Тревора, какой он, да? То есть, все вот это. Ну ладно, собственно, что-то я заговорился. Наверное, на этом уже можно заканчивать 13-ю серию. Ну что же, на этом все. Это была GTA 5 13 серия. С вами был я, Кирилл. Оценивайте, ставьте немысленные лайки, мысленные комментарии. Говорите, что понравилось, что нет. И, собственно говоря, ну, увидимся в следующей части. Удачи вам и пока. Удачи тебе, Пашень. Удачи тебе, Димыч. Все, пойду я. Надо там разобраться с одним недоразумением, так сказать. Ты что, ты сейчас думал на мне вякать, да? Сейчас тебе вякну. Чуть-чуть не встал. Чё я? Ты сам первый начал, блин. Я что-то там тебе помешал. У тебя вон свой комп есть, иди вон и играй. У него комп вообще мощнее, чем у меня, реально. Чуть-чуть там, блин, для себя возьми. Ну ладно, в общем-то, все. Удачи вам и пока. Все. Увидимся в следующей 14-й серии. Она, говорю вам, будет интересная. И там уже будут новые персонажи. Да, и кстати, забыл кое-что сказать. Одного из друзей Тревора я в прошлой части назвал Флойдом. На самом деле нет, это не Флойд, это Уэйд. Флойд это его брат. Я перепутал, так что извиняюсь. Все.